Ну а сейчас поединок в рамках полусреднего веса. Сухроб Джон Гиосов, представляющий Таджикистан, и Владислав Шабалин, представляющий Россию, Кемерово. Гораздо выше ростом Владислав Шабалин. У Гиосова это профессиональный дебют. У Владислава Шабалина послужной список. Две победы при трех поражениях. Сразу же переводит Гиосова в партер Шабалин. И начинает подключать руку. Он в хорошей позиции, в боковом контроле. Не дает он встать Сухроб Джону Гиосову. 35 лет, кстати, Сухроб Джону, и 23 года Владиславу Шабалину. Есть серьезная разница в возрасте и преимущество в росте у Шабалина. Отдает Гиосов в спину, и здесь хорошие шансы Владислава закончить бой досрочно. Попытался выйти на удушающий Владислав Шабалин. У него заправлены ноги. В глухой защите Гиосов. Пропускает очень тяжелые удары с обеих рук. Ну и в принципе есть повод у рефери, я думаю, вмешаться. Продолжает бомбардировать соперника Владислав Шабалин. Но вот здесь разница в уровне прям серьезная. Владислав профессионал с февраля 2015 года. И даже участвовал в свое время в турнирах промоушена Fight Nights Global. Второй бой за 2019 год проводит Шабалин. В феврале он победил удушающим приемом Мелисбека Абдрахманова. Продолжает нагружать ударами, амплитудными ударами Владислав Шабалин соперника. И все. Решил рефери, что хватит. Сухроб Джона Гиосова остановил избиение. И таким образом победа Владислава Шабалина техническим нокаутом в первом раунде. Поздравления победителю и уважение Сухробу Гиосову. Уважаемые гости, дамы и господа, в первом раунде техническим нокаутом победу одержал